Привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня поговорим о новом проекте Мемкоине. У меня давно не было видеообзоров, потому что ничего подходящего я не находил. И вот, наконец-то, спустя примерно месяц, нашел довольно неплохой проект, который на июль весьма выглядит очень перспективно. Это у нас Мемкоин, который неплохо вырос на 28% всего за 6 часов. Также ожидается большой, как уже говорил, рост на июль. И возможно будет такой же большой сумасшедший рост, как и у токена Pepe. Потому что здесь уже довольно хорошие листинги, есть уже на бирже MEXC. И на июль у нас объявлено около 5 новых листингов. И это, я думаю, поспособствует хорошему росту на июль. Потому что сейчас довольно хорошо стреляют альткоины. И если так продолжится такая тенденция, то июль должен быть хорошим месяцем для заработка. Этот проект у нас топ-3 на третьем месте на CoinMarketCap. То есть мы можем наблюдать, что довольно хороший токен для роста, его можно в принципе хорошенько поднять, потому что капа еще не такая большая. Также, как я уже говорил, запланировано у нас около 5 листингов, да, это у нас на 18 июля, 21, 24, 27, 30. Видим последовательность действий, и с каждым днем, я думаю, токен будет расти все больше и больше. Здесь еще можно отметить то, что будет запускаться NFT, что также подспособствует росту данного токена. Здесь довольно неплохой дискорд, можно поучаствовать в различных раздачах, поэтому советую перейти посмотреть, ознакомиться, возможно подписаться, если вам будет интересно. Все ссылки будут, конечно же, в описании. Твиттер у них довольно крутой, больше 200 тысяч, почти 300 тысяч подписчиков уже в данном твиттере. Это многое значит, друзья. Если так продолжится, то его хорошенько могут распампить через твиттер, и тем самым как можно больше людей узнает о данном проекте, и рост может быть просто сумасшедший. Но также не забываем, друзья, о рисках, потому что здесь как высокий происходит рост, так и бывают хорошие падения. Поэтому, если будем заходить, то только на свободные деньги, те деньги, которые мы не боимся потерять. Что еще хочу сказать, друзья, что в этом проекте у нас уже 90% всего токенов заблокировано в пуле ликвидности на Uniswap в 3 на 15 месяцев. Июль, думаю, будет довольно шикарным месяцем. Планы здесь у проекта довольно хорошие, они довольно амбициозные, хотят сделать капитализацию больше 100 миллионов долларов, как у Pepe. Ну, у Pepe, конечно же, больше, ну, примерно как у Pepe, чтобы минимум сотка была. Далее они хотят запустить там около 300 миллионов долларов, но это уже как пойдет. Если рынок будет положительным, если крипта будет стрелять, альта будет стрелять, то и этот токен просто может дать сумасшедшие иксы. Напоминаю, что у нас токен построен на базе эфириума и есть листинги на Uniswap, на DEX, также на MEXC, DODO, ну там еще на сайте есть еще парочку бирж, на которых можно покупать и продавать. У нас есть адрес контракта. Можете сразу же себя добавить, чтобы отслеживать данную криптовалюту. Есть веб-сайт, твиттер, чарт, тикет данного токена MMVG. Что по поводу холдеров? Их уже больше 13 тысяч, трансферов больше 18 тысяч и максимальная supply — вот это количество токенов. Также, друзья, по поводу заблокированных средств данных токенов, все ссылки будут в описании, чтобы вы также самостоятельно могли по ним перейти, ознакомиться и убедиться, что есть там заблокированные средства. Также там по поводу NFT будут ссылочки, так что переходим, ссылки будут в описании, ознакомливаемся, прежде чем принимать какие-либо решения. Мемкоин круче другого. Здесь у нас будут такие баталии, чтобы опережать друг друга. Здесь у нас информация, как создать кошелек MetaMask, это для новых пользователей. Создание кошелька довольно простое действие, поэтому если вы еще не знаете, можете просто вписать на YouTube, либо в Google, как создать кошелек MetaMask, и там будут вам подробные инструкции. Как я уже говорил, вот у нас токен будет у нас построен на эфириуме, следовательно, нам нужен будет эфир для того, чтобы делать транзакции. Здесь у нас никаких налогов на транзакции нету, поэтому за это можно не переживать. Можно перейти на Uniswap и здесь уже делать какие-либо операции, покупки или же продажи. Есть адрес контракта для того, чтобы добавить себе в MetaMask. Также две ссылочки есть сразу же на Uniswap и на MEXC. Давайте посмотрим, что у нас на Uniswap, как это все выглядит, сколько стоит примерно токены. Давайте выберем USDT и на 1 доллар можно приобрести вот такое количество токенов. Также на бирже еще можно приобрести на BitGet MegaSwap и на OKEX DEX. Эти ссылочки будут на сайте. Видим токен, курс, график, и здесь уже автоматически стоит приобретение за эфириум. Также еще есть OKEX DEX. OKEX довольно крутая биржа,
Если вы будете заниматься криптовалютой, заработком на криптовалюте, то советую сделать себе регистрацию на этой бирже. Ссылка также будет в описании, потому что здесь можно создавать много аккаунтов, точнее кошельков. Очень удобно это для работы. Опускаемся ниже. У нас Токеномик, как я уже говорил, вот такое количество токенов. У нас уже 90 ликвидности заблокировано и 10% у нас будет на CX биржах, то есть на централизованных биржах. У нас уже заблокированы средства на 15 месяцев, что очень круто. Дальше у нас дорожная карта. Это уже, в принципе, уже все выполнено. Вторая фаза. И вот, видимо, у нас самый интересный месяц. Это месяц июль, там, где будет у нас много бирж, листингов и различные рекламные направления будут производиться. Если у нас июль будет довольно положительным на крипторынке, то, я думаю, токен может дать довольно много иксов. Но также не забываем про риски, потому что мемкоины — это высокорисковые активы, потому что, возможно, курсы пойдут туда и нужно будет быстренько продавать все или же покупать. Видим, здесь будет запускаться членство в NFT скоро, и на OpenSea можно будет покупать, продавать данные NFT-шки. Так что, друзья, все ссылки будут в описании на заблокированную ликвидность, на NFT-шки, на сайт, на социальные сети и так далее. Переходите, ознакомьтесь, также изучайте информацию самостоятельно, прежде чем инвестировать, потому что здесь риски присутствуют, потому что здесь у нас мемкоин, здесь как может быть высокий профит, так и большие убытки. Поэтому решение принимайте самостоятельно. Я вас ни к чему не призываю, просто даю вам информацию о том, что данный проект существует, и здесь будут хорошие новости на июль. Всем, конечно же, профита. Пока-пока.